Всем доброго времени суток, уважаемые зрители. Ну и как все сразу же поняли по картинке, сегодня будет у нас видео вот про такую вот катушечку. Называется она Стелла. Стелла это у нас 18 года. На дворе у нас уже 2020 год. И по идее мое видео должно было выйти в 18 году. Как это в принципе стараются делать все блогеры. Там только вышло и на перегонки кто чего снимать. Вот, но я это дело не торопился, хотя данные катушки ко мне в руки уже попадали в 18 году. И начнем, конечно, традиционно с коробочки и будем про это, про все разговаривать. Вот такая вот черная традиционная коробка. Информативности на ней очень-очень мало. Это самая информативная часть данной коробки. Открываем, видим вот такой чехол. Ну, катушки там уже нету, чтобы мне, как бы сказать, ускориться. Я уже чуть-чуть уже тут маленько сам себе подыграл. Видим, вот такой чехольчик. Хотелось бы сразу же, чтобы зарамсила проблему на поле битвы Стелла 10. Разница в ними 8 лет. И сразу же мы смотрим чехольчик от Стеллы 10. Вот, он такой, более такой мягенький, тут такой материальчик, неопрен, сверху такой бархатный, приятный, ну а тут такой весь уже, ну как одним словом сказать, конечно, от Стеллы 10 намного круче, приятней и с более дорогими материалами, более толстый, более мягкий чехол. Однозначно Стелла 18 по чехлу десятки проигрывает. Вот что же у нас там дальше традиционный набор. Видим регулировочные шайбы, документация, взрыв схема ну и короче все такое. Не знаю, там хозяин что-то вынял или что-то не вынял. Все откидываем в сторону. Сразу же моя цель была просто показать коробку, и на поле битвы выходит сама красавица Стелла 18 года. Скажу сразу же, эта Стелла попадала мне в руки именно вот это, вот именно вот это, да, еще раз заостряю на этом внимание. В 18 году человек ей рыбачил, приносил ко мне на ТО, потом еще рыбачил, и вот после двух сезонов она ко мне опять уже попадает на ТО. То есть очень приятно видеть, как бы сказать, на своем столе Стеллу, которая уже через меня проходила, да, и это видео должно было еще выйти в 18 году, но за отсутствием времени, да, и каких-то других еще причин я это видео не снимал. Но зато это видео сейчас, в 20 году, будет гораздо интереснее и полнее, уважаемые зрители. Потому что эта Стелла уже отработала несколько сезонов, и она уже после моего ТО, как бы сказать, сейчас второй раз на ТО ко мне пришла, и интересно все это будет посмотреть, как бы сказать, и вообще как она устроена. Ну и конечно же, как я и говорил в самом начале, зарамсит проблему на поле битвы, соответственно, Стелла 10 года. Это моя личная Стелла. Вот. К видео я так конструктивно не готовился и не буду называть все эти ихние примочки там в виде корпротектов, там еще чего-то. Что это значит, я никогда в своих видео не описываю все их маркетинговые термины, ходы, что они там рассказывают, как это они свои технологии обзывают, и, ну, чтобы привлечь и, как бы сказать, проехать по ушам всем окружающим, которые готовы купить их продукцию. Вот. Буду рассказывать традиционно, как всегда в моем стиле. Ну, насколько я понимаю, многим нравится. И совсем недавно меня спрашивали, будет ли видео про 18-ю Стеллу. Как видите, обязательно будет, уважаемые зрители. Ну и пока катушка еще не разбирается, давайте мы сравним их хотя бы внешне. Ну, примерно с одного ракурса. Вот так выглядят легендарные красавицы последних десятилетий.
Вот, и сразу же скажу про главное отличие. Самое главное их сейчас отличие, ну да, кто-то скажет кнобы, но не в этом суть, именно рабочая характеристика, самое главное отличие, это их шпули. Вот, в данный момент шпуля Стеллы 18 года от Стеллы 10 отличается, что она на 3 мм большего диаметра. Вот, и в этом многие люди, как бы сказать, видели какой-то смысл, кто затачивается на дальний заброс. Вот, по ширине эти шпули одинаковые, что 10-ка, что 18-я. Ну, тут намотаны под борт, скажем так, шнуры, точно не могу померить. Ну, скорее всего, ошибочно, тут, наверное, 20,5, да, грубо говоря, миллиметров. Ну, я, скажем так, 21 миллиметр, потому что под самый бортик намотаны шнуры, я не могу точно померить. И здесь, условно, так скажем, да, тот же самый там 21 миллиметр, но так как намотано под самый бортик, и я могу замерить только по самому уже краю опрессовки бортика шпули. Так что, в принципе, по итогу, как бы сказать, я вас не обманываю, эти расстояния на обоих катушечках одинаковые. Разница только во внешнем диаметре. Сейчас мы это все и посмотрим. Здесь мы увидим 49 миллиметров. А здесь мы видим 52 миллиметра. То есть разница 3 миллиметра. Вот. Насколько это дает дальности заброса? Ну, действительно, это, как бы сказать, все уже давно знают, что диаметр шпули реально решает на дальность заброса. Но сколько это дает на дальность заброса, всего увеличенный диаметр шпули на 3 миллиметра? Сейчас я вам покажу на штангеле. 3 миллиметра это вот, вот, вот. Насколько это даст прироста, вот, тут я не могу сказать, потому что такие замеры, тесты произвести на практике в жизни очень-очень сложно. Это нужны стандартные такие, идеальные, скажем так, обнуленные по каким-то параметрам лабораторные условия и даже с применением лабораторных установок. Потому что человек, даже который будет кидать такими катушками, однозначно один и тот же стабильный результат заброса давать не может. Не может произойти, что на какой-то катушке там чуть-чуть получше будет заброс, и кинет она на каких-то полметра там больше, да, и мы будем засчитывать это в пользу или недостаток данной катушки, да. Так что проверить это, в принципе, очень-очень сложно. Так, ну, не в этом суть, да. Стеллу 10 мы сейчас откидываем, потому что прям так жестко я их сравнивать не буду. Сравню их по каким-то там определенным узлам, да, именно узлам, агрегатам, да, ну, скажем так, по узлам, вернее, если правильно сказать, да, которые принципиально отличаются, вот, в данных катушках. Ну, именно которые, и про которые, в которых я вижу именно смысл определенный, который может оказать на надежность и на работу катушки в целом. Остальное я просто как бы сравнивать не буду относительно 10-ю и 18-ю, да, 10-ю и 18-ю модель. Просто сейчас ее будем разбирать, смотреть. Вы это все увидите своими глазами. Смотрите, вопросов лишних мне не задавайте, как это обычно все делают. Я на многие вопросы, и, как бы сказать, которые мне задают, уважаемые зрители, очень часто не отвечаю, потому что я просто, ну, честно сказать, и времени очень часто не хватает отвечать. И очень часто я и не хочу отвечать. То есть, ну, устал, одним словом, я от всего от этого. Смотрите видео, решайте сами, иметь или не иметь, быть или не быть. И в чем тут вопрос, да? Вот. Я считаю, ваши глаза, все, что вы увидите, это лучший результат. Так, катушка пришла на ТО. Видим, что все тут в порядочке. Она крутится очень мягенько, плавненько. Есть радиационные шумы, и все очень мягко работает, самосброс, все плавненько, все хорошо, вот. И сразу же, прежде чем разбирать, давайте
поговорим про одну характеристику. Вот. Потом мы ее еще раз коснемся, этой характеристики. Здесь, в данной катушке 2018 года, применена гиплоидная передача микромодуль второго поколения. Микромодуль первого поколения был использован на стеле 2014 года. Сейчас я на экран, уважаемые зрители, вставлю картиночку этого микромодуля. Вот, и вы сейчас это будете все наблюдать. Вот, смотрите, уважаемые зрители, вот так. Ну, это, скажем так, с официального сайта Shimano. Вот, и это их как бы рекламный проспект, да, грубо говоря. И мы вот видим, что они здесь показывают. Видим, что вот такой вот есть график, да, яркой такой золотой линией. И пишут Rotation Angle. Это, то есть, скажем так, вращение, да, то есть шкала вращения. И вверх Gear Nose, да, ну, может быть, я читаю неправильно. Это, скажем так, грубо говоря, шум самой передачи, да. И мы вот над золотой линией золотыми буквами видим US. Это новая стела именно 2018 года. А вот та такая затухшая, как бы сказать, синусоида. Ну, я так условно назову сигнал синусоиды. Там написано у нас Old Stell. Это старая стела. Именно старая стела не 2010 года, а 2014 года. Если мы вот наблюдаем по этому графику, то шум данной передачи микромодуля 2 в некоторых местах чуть ли не в, ну, так он в два раза меньше, да. А в некоторых местах по этой синусоиде, если судить, и в три раза меньше, да, уважаемые зрители. Вот что они добиваются. Значит, в целом шум катушки должен быть меньше в 2-3 раза, чем это стелы 2014 года. Ну, а теперь, уважаемые зрители, давайте посмотрим еще маленький нюансик. Вот, сейчас я вам поменяю картиночку, и мы сейчас на экране увидим их же с официального сайта, но уже как они сравнивают стелу 10 со стелой 14 с микромодулем первого поколения. То есть вот тут уже такая вот график шумов, ну так условно скажем так, да, нарисован под каждой катушкой. И видим, что вот эта вот главная пара самой стелы 2014 года, она уже там не чуть ли в два раза тише, грубо говоря, стелы 2010 года. Ну, а стела 2018 еще в 2-3 раза тише, как бы сказать, эта пара шумит, чем 2014. Значит, если мы сейчас сравним эту стелу 2018 с 2010 годом, то она там по шумности и главная передача, скажем так, главная пара должна превосходить чуть ли там, ну, как минимум в 4-5 раз. Ну, то есть, понимаете, да, вот. Все, снимаю эти картиночки. Ну, вот меня именно этот момент интересовал. И сейчас я снимаю на камеру Sony, и все уважаемые зрители, кто имел с аппаратурой Sony, именно с видеокамеры, особенно экшн-камеры класса Sony, да, вот, они по звуку, конечно, чемпионы, равных их в мире на сегодняшний день по звуку именно, особенно у экшн-камер нету, ну и вообще вся аппаратура обладает феноменальным качеством записи звука именно видеокамеры. Не знаю, всякими разными рекордерами я не пользовался, там и фотоаппаратами и всем, а вот экшн-камеры, я вам смело отвечаю, что круче по звуку их ни одна экшн-камера не пишет. Вот, от этого все знают, что с аппаратурой, у аппаратуры Sony при звукозаписи вообще все в порядке, да. И от этого сейчас вы будете слышать все очень хорошо и можете не сомневаться, что запись звука некачественная. Вот. Ну и давайте послушаем, как она работает. Слышно традиционные звуки для всему семейству Shimano. Катушка отработала два сезона. Сейчас я возьму свою стелу 2010 года. Катушка отработала 9 сезонов. И скажу одну оговорку. Главная пара убитая. Пара мной притиралась два раза. То есть пара уже после притирки. Вот, после притирки. Ну, судите сами, уважаемые зрители.
Может, у меня там слух не идеальный, да, со слухом у меня, конечно, есть нюансы. Но что-то я вот этот шум, как они по графикам обещают, как минимум в 4-5 раз меньше, я не услышал. По-моему, 18-я Стелла после двух сезонов должно бы все притереться там, усесться там, ну, дын-дын-дын, тудым-сюдым, да. Но, блин, ну реально работает громче, мне так кажется, уважаемые зрители. Ну, это на ваш суд выношу. Сами слушайте, перематывайте, думайте сами, решайте сами. Ну вот, мы видим, что все эти графики, что они показывают, все у них тише, 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 тише. Ну, что-то как-то вот не так оно все тише, да, получается. Отсюда вывод. Наверное, нас эти обезьяны где-то кидают, как в анекдоте. Именно я не хотел оскорбить японцев и назвать обезьянами. Просто есть такой анекдот. Мне кажется, что обезьяны нас где-то кидают. Это самая концовка анекдота. Кто его слышал, тот понимает. Вот. Ну и теперь, уважаемые зрители, видео длинное, как всегда, традиционно. Готовьтесь, запасайтесь пивом, печенюшками, коньячком, там, бутербродиками с икрой, там, еще, ну, кто на что. Гораст. Сейчас мы будем это все разбирать и смотреть, посмотрим, что с катушечкой случилось. Ну, вернее, с ней ничего не случилось, не подумайте, я имею в виду после, как она изменилась, грубо говоря, я посмотрю, так как она ко мне уже не первый раз залетает на стол. И вообще посмотрим конструктив и поговорим об этом, уважаемые зрители. Еще раз повторяю, кто еще не успел затариться всякими разными вкусняшками по своей душе, рекомендую, видео будет достаточно длинным. Так, ну что, начнем с кноба. Вернее, с ручки и с кноба. Видим, кноп здесь такой увеличенных размеров, который всегда был присущ катушкам СВ-серии. Все тут четко. Все отрегулировано с прошлого раза, как я и выставлял. Все работает идеально. Но все равно я это буду разбирать, потому что нужно будет обновить масляный барьер. Ну, я... Короче, не буду сейчас это все объяснять. Все, кто мои видео смотрит, мой канал знает. Сейчас японцы, кстати, тоже модные ребята начинают делать лабиринты. Их тоже тут заполняют масляным барьером. Не знаю, может, у меня научились. Может, сами догадались. Но не в этом суть. Мы смотрим просто. Здесь она уже теперь не раскладывается, не разборная. Пошла такая пьянка. Режь последний огурец. Здесь она вот так вот вынималась. И могла так вот откинуться и... удобно транспортироваться. Вот. Мы видим, что эти катушки 10-го года отработали много лет. И ничего с этим не случилось. Они работают во всех регионах нашей необъятной планеты Земля, нашей голубой планеты. Вот. И в всяких разных условиях. И сильно что-то тут никому ничего не помешало. Внутренности, мы видим, практически не поменялись. Такой же есть пыльничек. Тут чуть-чуть глубже усадка. Чтобы, наверное, больше как-то наезжать на шестерню, и чтобы туда больше углублялось, наверное, для лучшей усадки пыльника. Вот. Катушки обе 4000 размера. Видим, что ручки чуть-чуть, как бы сказать, по углу изменились. Есть чуть-чуть, как бы сказать, если их в шариках поставить, о, тут она чуть-чуть побольше, ну, 18 года. Ну, тут традиционный такой кноп для Стеллы 10-го года. Вот. Так, уважаемые зрители, вынимаем декоративную заглушку. Вот такая она, видите, вся типа пластик прохромирован, такой зеркальный, красивый. Вот с такими вот ребрами сделан, чтобы резиночка, как бы сказать, кноба это все прижимала, чтобы влага туда не попадала. Видим, что по краям есть чуть-чуть маленькая загрязненность, да? За сезон. Вот она. Но туда вовнутрь ничего не попало. Все как бы очень-очень здорово. Все хорошо и очень замечательно. Если ты домой вернешься обязательно. Вот. Откручиваем кноп. И смотрим его конструкцию. Да, видим, что после того, как я ставил масляный барьер, уважаемые зрители, после моего ТО он у нас сохранился.
Видите, вот я его сейчас снимаю. Этот масляный барьер, видим, что он туда дальше не попал. Он так и остался на своем месте, да, и защитил попадание агрессивной среды именно на подшипник. Как правило, вот этот вот подшипники самого края, они самые такие и подвержены, и выходят из строя в первую очередь. Этот масляный барьер, конечно же, отработал на ура и спас ему, вернее, не спас пока еще, но на протяжении долгих лет спасет. Регулировочная шайба, подшипник, винт, второй подшипник, он достаточно плотно сидит. Видим втулка, здесь такая, раньше таких втулок не было на 10-й стеле, вот. И вот такая вот нехитрая вся, сейчас вам все сюда выложу, чтобы вы посмотрели. Такая вот нехитрая конструкция, уважаемые зрители, Кноба. Вот она. Вся на вашем экране. Вот. Я сразу же обязан проверить состояние подшипников. В идеальнейшем состоянии, вопросов никаких нету. Дошло время до пули. Снимаем. Видим, что тут тоже все хорошо. Видим, подшпульный механизм у нас традиционный. Ничем он не изменился. И имеет точно такие уже конфигурацию конструктивную, как и у Стеллы 2010 года. Сейчас я это вам, уважаемые зрители, покажу. На видео я буду кое-что урезать, подрезать. Ну вот именно, чтобы вы понимали. Вот Стелла 10. Вот Стелла 18. Ничего в подшпульнике, по сути дела, не изменилось. Вот, уважаемые зрители, вот такая гайка фрикциона. Видим, что у меня тут тоже смазочка, улавливающая всевозможную грязь и пыль, ставилась. Она здесь просто подвысохла уже. Но человек рыбачил аккуратно. Никакой грязи и пыли мы здесь не наблюдаем. Человек очень аккуратно относится к подобным вещам. Вот, вынимаем стопорное кольцо этого фрикциона, механизма фрикционного, и вынимаем традиционно верхняя гайка. Видим вот такие вот фетровые шайбочки. Он традиционен для многих катушек семейства Шимана. Ничего здесь такого особенного мы видим, что нет. Все очень традиционно. Вот нижняя. Вот у вас на глазах весь, как бы, грубо говоря, механизм фрикционный. Вот. Видим, что, опять же, я всегда говорю, что смазывать много смазки не нужно нигде. Видим, что маленько выдавилось, да, как бы сказать, смазочки. Вот, но на подшипничек не попало. Вот она, видите? Вот эта смазочка, сейчас я ее уберу. Но подшипничка, она не достала и не попала на подшипники, не навредила ему дальнейшей работе. Могла бы попасть на подшипник, как это часто бывает, смешиваться. Эта смазка, как правило, она уже в ней микрочастицы фетра, да, они попадают на подшипник, попадают в подшипники, эти подшипники часто бывают, начинают работать уже чуть-чуть некорректно. Здесь вот я применял достаточно немного смазки, и она никуда на подшипник не попала, и видим, подшипник у нас должен быть в идеальном рабочем состоянии. Сейчас мы это все проверим. Вопросов нету. Все в идеальнейшем состоянии.
уважаемые зрители. От этого всегда говорю, никогда не ложьте много смазки в определенных местах, они могут навредить. Вот. Это я просто акцентирую нюанс, что везде нужна мера. Во фрикционном механизме, уважаемые зрители, Стеллы 18 и Стеллы 10, в принципе, как таковых различий нету, но именно сам принцип конструкции, но есть вот такие небольшие нюансы. Видим, что диаметр самого пакета, он на порядок ниже, да, то есть все эти шайбы фетровые, грубо говоря, и металлические эти шайбы, да, они все, как бы, видим, поменьшего диаметра и поуже, что, соответственно, уменьшает их площадь. У Стеллы 10, конечно, как бы сказать, пакет этот весь, да, фрикционный механизм, он, конечно, помощнее, повеселее. Но мы видим, есть и другой плюс, вот эта вот стопорная, как бы сказать, фигурная пружинка, да, которая стопорит весь механизм. Здесь она такая более толстая и прочная, ну, чем на Стелле 10. На Стелле 10 это достаточно такая более мягкая и легко вынимается, чем это вот на Стелле 18. Хотя, в принципе, никогда я не видел таких проблем, чтобы этот пакет, как бы, ну, был как-то вырван из этой стопорной, как бы сказать, проволочной пружины вообще, как бы. Вот. Вот такие вот небольшие у нас отличия. Ну что, уважаемые зрители, продолжаем наше дело дальше. Снимаем регулировочные шайбы. И теперь уже можно снять сам подшпульный механизм. Ну, рассматривать у нас его, как бы, грубо говоря, особо нету смысла, потому что он практически традиционен, как и для всего семейства Шимана. Но есть такой маленький небольшой нюансик. Здесь все традиционно, да. Ну вот сейчас касаемо нюансика. Видим мы, что, как бы сказать, в Стеллах, как бы сказать, и во многих других катушках 4000 размера здесь применяется подшипник более такого большого типа размера. Но на Стелле 18 года они решили на этом чуть-чуть сэкономить. Ну вот таким образом выглядит подшпульный механизм. Здесь он у нас отличается от более традиционных моделей Шимана, а именно от Стеллы 10 года. Здесь видим вот такое стопорное колечко, да. Видим вот такую вот шайбочку, да, которая, грубо говоря, закрывает вот это вот свободное пространство. Но дело даже не в этом. Самое интересное, видим, что здесь фирма Шимана пошло, как бы сказать, пошла на экономию, хотя вот как бы непонятно, когда у них на сервисе Шимана покупаешь подшипники, у них все подшипники стоят одинаково, вне зависимости от типа размеров, да, но именно тут почему-то они подшипник более большего типа размера заменили на меньшего, но а так как все равно шпули остаются, видим, посадочные места под этот типа размер, они решили вставить вот такую вот адаптационную пластиковую втулку, которая, как бы, ну, увеличивает размер подшипника, как вам сказать. То есть подшипник большой такой в целом ставить им как-то не захотелось, да? Сделали подшипник более маленький, но чтобы увеличить его размер, добились это вот такой вот адаптационной втулочкой. Ну, сейчас я вам покажу этот подшипник уже, блин, чтобы все было понятно. Уважаемые зрители, чтобы вы понимали, на всех раньше катушках, так же как и на Стелле 10, стоит один большой вот такой подшипник. Здесь они сделали вот таким вот образом. Теперь все поняли, о чем идет речь. Хорошо это или плохо, вы судите сами. То есть думайте сами, решайте сами. Ну, а я как бы имею свое, как бы, слово, да, и имею право на него. Я скажу, что это не очень гуд, конечно. Потому что при таких нагрузках опереться, как бы, шпуля при боковых нагрузках, да, при вываживании и сильно большой рыбе, когда сильно затянут фрикцион почти в пол и рыба крупная, да, то, конечно, и упираться лучше на подшипник большего типа размера, да, более корректно, чем на маленький. Вот. Убираем.